Команда Тіни Кароль продовжує битися за перемогу. Ох, наступні таланти. Ти так на мене дивишся? Рафаель, тобі треба дати сильний суперниця. Катрін. І Даша. Рафаель – сильний суперник. Неожиданно. Чуть-чуть боялась. Я тобі кантаре, конакіта. На історія дула мор, комопадо. Вона дуже красиво поє. У каждого есть свои козыри. Я дала им песню. Трошки незвично для них. Это песня из репертуара Рафаэля. Але виявили, що він був зайнятий пошуком своєї нареченої. Просто крыша из головы улетела. Он растерялся. Стоп, стоп, стоп. Сейчас, еще раз. Тебе что-то помешало? Что? Рафаэль, Оля очень много проводит вместе время. Я думаю, что у них уже любовь. Побачив, сцена відкриє всі карти і покаже, хто готовий йти далі. Це має бути пожар, це має бути взрив. Чуєте мене? Давайте п'ять. Хорошо. Пожар і взрив. Давайте ще. Будем зажигать только для Тіни. Я зараз залізу на самый вищий. От сюди. Все как на фотографии, да, на кофте? До речі, як на фото. Вот теперь все стало на свои места. Зашлось. Ну, мои куколки, давайте. Ми супертройка! Интернациональное трио. Дарья Швець – Чернівців. Кто будет победителем, это покажет сцена. Ну ладно, зараз буде не до жартів. Рафаэля Пападія з Гомеля. Я должен настроїтися, не бути тряпкою і набоїти їх. Хто так Антоніо? Ти такий класний, такий, знаєш, мультик. Класний. Ой, і тобі. Катріна Паула Дерінга з Риги. Чому себе команда? Я буду делать все, чтобы спеть эту песню на все 200%. Ого! Это ваша фишка какая-то? До боя! Я знаю, что это будет за песня. Я догадался, да. Я знаю. Класс, я ее обожаю. Да. Dites-moi d'où il vient, enfant je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il parte souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux que être mal accompagné. Pas vrai?
Клас. Молодці! Спасибо. Молодці! Рафаэль, дальше. Катрина. Когда Рафаэль начал петь «Папа Уте», а в переводе это значит «Где ты, папа?» «Где ты, папа?» Да, это так. Просто внутри все перевернулось. Потому что сразу вспомнил про своего сына. А это значит, что вы выполнили самую главную задачу песни. Вы были потрясающе. Огромное спасибо вам за исполнение. Спасибо вам огромное. Я хотел бы спросить у Деринги Катрины Павлы. Солнышко, да? Насколько я помню, папа тебе обещал подарить что, если ты пройдешь дальше? Кого? Кого? Собаку. Собаку, так. А подарил ли папа тебе собаку? Нет еще. Есть папа? Папа, обязательно, с вас собака. Обещали? Мы за вами следим, папа. Я не мог все равно от Рафаэля отрываться, я свой голос тебе отдаю. Ты просто меня покори. Я пощен. Он очень обаятельный, и он этим пользуется. Рафаэля, ака сердцеет, ака тото кутуньо. Я вас запомнил очень хорошо с этой песней. А скажите, вот внутри в команде у вас две девчонки такие красивые. Нравится кто-то? Только честно. Из команды – да, из тройки – нет. Какой прямой молодой человек! Какой конкретный мужчина! А кто нравится в команде? Оля Горбузюк. Вау! Они даже уже сегодня поженились. Что? Да. Нет! Неправда! Это типа такая игра, но она не очень такая. Хорошая. Правильно, я тоже считаю, да. Подальше держись от этих игр, еще рановато, Рафаэль. А корпоратив у вас был? Нет. Им нужен на свадьбу артист, Потап, соглашайся. Все впереди. Ну, послушай, я не могу выступать на столь юной свадьбе. Как минимум оценить такое выступление могу. Вы были потрясающие, ребята. Да, любовь — это прекрасно. И я вот в ваших глазах увидел и любовь к своему делу. Больше всех меня прокачала Дарья. Спасибо вам большое. У Даши самая выигрышная часть песни. Этот номер не был готов до самого, ну, наверное, выхода на сцену. Вы сделали гигантские шаги, и я благодарю вас за это. Спасибо большое. И вам спасибо, спасибо вам огромное. Тряслись ножки, ручки. Дело в том, что вы для меня, вы все втроем проходите. Земля ушла из-под ног. А для проекта пройдет Катрин. Катрин Павла Деринга проходить у наступний етап третього сезону «Голосу діти». Катрина, ти йдеш готуватися до пісні «За життя». Спасибо, ти умничка. Спасибо тебе большое. Беги готовиться. Я очень-очень рада. Впереди у вас большое будущее. Тебя ждет телевидение с таким твоим красивым лицом. Я считаю, что это уже готовый ведущий. Ну и, конечно, Даша. Дальше работаем над собой, трудимся, и все впереди у тебя обязательно случится. Ты теперь творчая мама назавжди. Мои хорошики. А Золю своей будешь бачиться? Да. Приходи Олю поддержать. Ну, хорошо. Спасибо тебе, дружочек. Спасибо, мои хорошие. Спасибо огромное. Ваши оплески. Дар'я Швець, Рафаеля Бабадія. Ви ще почуєте ці імена обов'язково. Дуже хороше тріо. Дуже хороше тріо. Мало, звісно, у матері. А Рафаэль, я напомнил мне историю первой любви моей. В школе точно так же меня женили в первом классе на Кате Кузнецовой. Да, я помню. Свадьба была, одноклассники, все это проходило на школьном дворе. У цветы, тебя была да, свадьба? Да, у меня была свадьба в первом классе. Я потом был развод во втором, но ничего, недолго мы продержались. Кузнецова, если ты смотришь меня, зайка, ты была моей лучшей из бывших, которые... Ванатик, хорошо, а ты под венец шел пластмассовый? Нет, под венец не шел. По словам моей бабушки Ларисы Петровны Ванатик, моя первая любовь была где-то в садике в лет 5 или 6, и звали ее Вика Горбач, поэтому
Вика Горбач из Луцка, я вас любил. Вика Горбач, я вас любил. Любовь еще будет может. Об этом споет Монатик в своем следующем альбоме. Спонсор показу – компанія «Нова будова». Щасливі люди живуть в ЖК «Щасливий».